Вот, что-то. давай сейчас суманем его. Я же говорю, он с тренировки приходит, это время. А, тогда отлично. Он тренируется? Так, Суза. Ну, волейбол играет. Да, Турик. Нихуя себе. А, кстати, блядь. Это, блядь, прям профессионально. Понятно. В столовке. Нормально. В теме. В столовке тренируется. Причем это нормальные пацаны в одного танка первого босса идут, да? Не, давай мы это, мы за плащами идем. Мы идем аккуратненько. У нас тут у Пирекса 34-й танк. Ой, ну хороший танк. Да нормальный у него. Да Пирекс уже нам в этом. Алголор танчил на секундочку. Не, ну это я помню. Ну так и его и танчил. Угу. Тебя все танчил, блядь, что ты рассказываешь? А дрищ это не Димон, нет, это не Лок, короче, а приз, да, вот это. По трансмогу. А, ну нормально. Ну хотя бы трансмог есть, я уже его не осуждаю. Да что так рано сумонишь? Ладно, я буду без одной проволоки, так уж и быть. С какой без одной? Ну, я хотел проволоки. Не укладывайся в тайминге. Ну, бля, ну пиздец. Слишком быстро. Давай. Ну какой кофе я мог бы профу докачать? Пиздец. Успеешь. Сколько тебе еще надо на профу докачать? 150 очков. Нет, ты бы не мог ее докачать. Да это начертание. Ну это все равно... Чё у тебя за вепон? Боже мой, Невер. Ой. Дай лучше. Я думал, я нормального паладина беру. У меня Рексрайт просится. Ну возьми Рексрайт, хочешь? А кто и релить будет? Ты. Сокетов на силу нету. Ну блин, Невер. Чего за ловкость? Каких сокетов на силу нету? И что это такое? 20 силы, блин. Ты там еще бы 6 силы БКшные поставил бы. Ну что это такое? Это что, не учили, что ли? Я сейчас обижусь. Ты что, офигел? Душа. Тринки нету, кольца нету, шеи нету. Трансмога нету. Трансмога нету. Ты чё, охерели трансмога? ГП. Вы удаляете его нахуй из группы. Какого трансмога? Нет, алё, вагоны, вы чё? Все остальное пофигу на трансмог. Охренелся без трансмога. Можешь говорить за камни, можешь говорить всё за всё что угодно, но за трансмог мне не предъявляй. Это самый сильный паладин. Суза, дай столик. Давайте, ладно, рыбку ставлю. За следующего КД себе Рексрайт возьмешь. Я касочки раздам. Да нет, следующего КД ты оденешься просто. Нормально. Да это мне, понимаешь, это мне нужно типа остров фармить за паладина. Ну это ж типа, столько этих манипуляций. Это ж мы спонтанно на прошлой неделе решили, что я буду паладина ходить. Карту не купил себе, ну вообще. Кого? Ну отвали. Дай денег куплю. Че, погнали? Так, нет, огурцы взяли, рыбку покушали. Сейчас вкратце объясни, что делают. Сколько стаков? А, по 300... А, нет, подожди, здесь... Давайте по 5, вы толстые, в принципе. Мы, если что, боб раздадим. Ты знаешь, что меня интересует? Скажи мне этот... Бля, чего хотел спросить. Кто он схилит? Неутомимая, порошочек. Ну, все. Неутомимая луна, порошочек у нас, что там, пусть будет... Ромбик. Охуенный ромбик. Ну почти. Так, ладно, давайте арчек. Из луж быстренько выходим. Огненных. Войд, неутомимая тут. А неутомимая войси вообще, я ему давал дискорд этот. Да, у него есть. Тут все отлично. Вы пока найдешь, как вам дискорд заходить вообще. Невер, включи на этот, на огонь. Не. Чё не? Не, это поставьте. У нас два паладина, шаман поставит на огонь. Так у меня мастер. А у тебя мастер есть, ну хорошо. Нихуя. Ой. Почему на чемпиона харды написано? Нарисована я сова. Я запустил. Кто-то видел на миникарте? Это что? Это что-то против сов типа имеет, блядь? Да. Пиздец, что за хуйня? Ну забыл алкашную пласку пить, меня Дон задушил.
О, кстати, фласки, да, надо выпить. Надо фласку выпить, надо масло помазать. Сейчас по ДПСу, когда меня догонишь, тогда и поговоришь. А пока фиги-то молча. Хорошо. Чё, ты там хочешь танчить или чё? Пурык, ты будешь... Да-да-да, тут танчить. Кто первый? Пирекс, 60к, алло. Кто первый танчит? Ты танчи первый. Пирекс. 3, 2, 1. Ой, лагает. Всё, разлагало нормально. Пиздец. Рай уже в минимум. Мы вчера до Ануба, да, дошли? И Дон сгорел или внук? Да. А тут вот вообще такое, ну это исполнял. Да слушай, тут два, ты что начинаешь? Ну давайте. Как обычно, да, в принципе. Я слышал, что ты что-то говорил, если что-то вы сейчас там сделаете, ля-ля, то все, то эро. Секунды две проходит, все эро. На мне, короче, этот Снобль. Снобль. В печеньку. Поклеиваем. Одному, блядь, спахивать. Че, заберу? Ага. Ты, короче, эту огненную бери. Которая первая выйдет. Надо кому? Их вместе держать? Нет. Уводи ее, вот, ну как мы в 25-ке делаем налево. Войд. Ну, отворот налево. Че ты говоришь? Печеньку. Да не печеньку. Надо там 3 секунды, не надо бобов. Не тушите, можете помолчать, ребят? Чё ты только встудите? Мы говорим про 13% мак урона нет, да, мне надо вешать? Да, надо вешать. Извиняюсь. Геру. Я смотрю, что-то не то. Огонь мне прожаться, наверное, да? Не надо. А под задувку, да, зелень отдаёшь просто и всё. Он тебя вообще не пробивает, да? Там лужи, отведи перец. Смотрим, откидывает. Разморозь РД до зону. Сейчас дуть будет. Блядь. О, папа. Дам вам этот. Не, нормально. Блядь. Ой, это дал на пол. Разморожьте. Все, пизда нахуй. Капельку. Трое там. Да забери. Там типа. Я каплю дал валку. В валке капля, если что. Допиваем эту. Ай, меня бьют. Ставьте, пожалуйста. Огни. На кого повеситься, я не забылся. Блять. Не видел. Прохиливайте. Все подняли, спокойно. Все, я разморозил. Уже, Невер. А что он? Уже взял, зашел. Все хорошо, кризис прошел. В это вливаемся, раньше держим сейчас между собой. Можешь ждать этот, Дим? Я похил. Я тиндер ебанул. Вот и мне черепочку, у ворот. Служи. Выводи. Вот тут, кстати, смотри, откуда я бью, блядь. То есть зелень. Видел, Невер? Ты видишь, с какого расстояния я бью? Чё, ну. До спятки не так? Или у зеленой не так? Выходит. Не пойму. А, забирай. Бой, забирай. Потом. Не фуди, просто бьем босса. Прожмись, Пирекс. 10% надо добить. Блять, не успели. Нормально. СК
Disconnect? Не-не-не. А я да. Ну мы добили. 12к. Сейчас если в меня, главное, чтобы он не полетел. А у меня стрим есть? У меня почему-то просто с интернет с компьютера дропнулся. А ты вообще просто стоишь на месте, тебя даже не откинуло. Нормально, мы без себя должны убить. Хорошо. Не, надеюсь. Вон в стрим смотри. Бегайте ну, аккуратно, смотрите сейчас на черепочек, когда откидывает. Ну, 3 ляма скинули, нормально. А ты... понятно. Еще флешку кину туда. Ты... у тебя лед? Отдашь? Да, 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 сейчас отдам после лёд. Угу. Во-бро. Лево-вправо. Блять, в дон-то может врезаться. Не, нормально повезло. Блять, в кого-то в другого врезалось. Рожмись. Блять, пиздец, ребят, ну тоже даже... вагонистая хуйня. Держи лед, возьми, кстати. Бля. Блять. Там одного меня. Да всех на самом деле. Ну, все, я забрал. Хуево идем. Неутомимая. Блять, где он? Все нормально. Еще две перебежки. Просто на это. Угу. И сейчас никто не врежется. Угу. Блять, встанем. Я прохи. Угу. Отдал на какую-то хуйню похуй. Почему с ним метка не вешается? Это ДБМ обоссан. Да. А, нет, просто донт вылетел, никому не перегнулось. Все, отбиваем. Блять, бабл 30 секунд, пиздец. У меня 10. Да, берется. Ирис, прожмись, что-нибудь сделай, блядь, все, не вариант. Если бы не врезался, убили бы. Да, я не знаю, кто там заслакал, по-моему, это был Войд. Кстати. А, Войда бьешь 500к? Угу. О, Берни кого-нибудь. В натуре отбеги, Берни в бро. Стрим, 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 стрим. Ну ладно, все, уже не вариант. Ты уже долго слишком реагируешь. Еще давай, бубро, врывайся. Ну 30к он ему дал все. 120. Угу. Вовбро, господи, ну не вовбро, это все воет, смотри, косячник какой. Кто в натуре первую зацепил, признайтесь просто. Толстый медведь это был. Он, смотрите, еще по-любому, типа, ой, не получилось выложить, там какие-то баги были. Не знаю. Не было вроде никаких багов. Ну все, 50-50 засок. Ждем бой этого дома-то. Да, ГП, начислите этому господину. О, Корнес! Да, 50-50 сложно будет сделать. Бля! В 25-ке. Да это борода, слышишь, мы... Блядь. Ты понимаешь, что это... Пиздец. Я только сейчас раздуплился, блядь, ты ж проебали плащи. Конечно. Да, да, все проебали. Вообще, кстати, я жду плащик отсюда. А мы могли... Все ждут. Это бисовый для ЦЛКшки, хм, плащ. 400. А ЕВК 25-ка? 25-ки. Это... А ты думаешь, мы ее скоро закроем? Да. 50 с 50. А 50 в 10 ровно тоже скоро. Там ЦЛКш нам еще шмоти надо будет закрывать. Такие я трусики. Не могу понять, что у меня с интернетом. У нас 400. Ну, типа, у меня
меня браузер грузит, все грузит, а Вовку не хочет. Авторизация сейчас стоит просто. Перезайди просто. Ты... Зашел. Да я уже компьютер перезагрузил. Ну даже если бы, короче, донт не вылетел, мы бы убили. Ну ладно. Да, чё? Конечно. Че, может тогда в одного, блядь? Погнали, обновим инст. Вроде да не обновляется. Не работает. Да, быстрее за ДПСим, блядь. Да нормально по дамагусь. Да у нас куча ДПС, да? Знаете, я буду кулак. Короче, на тебе 10-минутный, а я кулак был. А сколько было, да? Общий? Бушный так. Ну, у нас нету СПД крита. Так чё, давай, говорю, быстрее за ДПСим, один хуй плащи проебали. Добро. Да. Ой, ты в ульдуаре танчить не хотел не каждый раз, здесь ты хочешь каждый раз дамажить. Да, первый. Типа, ну, там нету без разницы. Мы... Просто быстрее за ДПСим. Ой. А сколько там общий было, ты удалил? Скиньте кто-то. Я не знаю, я могу тебя так скинуть, а там... А как поставить общий в настройках? Есть такое? Там что-то окно какое-то всего, вот. Там что-то такое написано. Ну, он списан. Показать бар всего. О, нашел. Да. 55-300. Жесткий ДПС получается. Угу. Да, это жесткий? Да. И, типа еще прибавить 8000, еще будет жестко. Не, в смысле, а он уже донту ДПС, наверное. Туда соединяет тоже. От еще одного, если в одного танка на первом боссе. Да, а нет, Дон, что там? Да, да, но я зашел, у меня опять вылетело. Установка связи, я что-то не могу понять. Сейчас я с телефона перераздам. Может, да, ребутни роутер. Это же этот, как его, рекаунт, вот, по крайней мере. И в рекаунте он показывает, что у донта 10к ДПС есть. На момент, когда он вылетел. И он его все равно плюсует. Ну, то да. Есть 55 уже десятка-то входит. Не, ДПС у него, да, но по урону у него, нанесенный урон у него меньше, он на 5-м месте. Это понятно. Пойду покурю пока. Да, давайте. Тон за... Я пойду за мандаринкой. Я бы донту ГП начислил. Все, я зайду на хуй. Что за транс? О, все нормально. А нет, авторизация стоит. У меня нормальный транс. У меня уебанский транс. А у меня, знаешь что? У меня банан есть. Слышишь, вот этот звук отрывания? Вот такой. Нет, не слышу. Это что ты, на пальме сидишь? Не, бой был банан хороший. Сладкий. Люблю чуть недозревшие бананы, которые еще такие, понял, твердые. Самый кайф. Да, или ассиста хотя бы. Или ассиста хотя бы. Кто? У кого? Вобро. Миллионер, алкоголик, наркоман. Вобро. Ой, блин, Нейфер, успокойся. Тихо, я докричу за него. Вова. Его же Вова зовут? Кстати, а как Вовро зовут, реально? Меня Вова зовут. Ты Пирекс.
У тебя в паспорте написано пирс. Пирк злой нигер Дэвил Волкович. Пейки юбрин ДК. Так, а где у нас? Где у нас? Ананас. Ха-ха-ха. Че, все? Нормально? Сейчас ждем варьера нашего. Угу. А, все тут. А, скинешь на меня этого РЛ? Вовбро. Запустил. А серьезно, ёпты, уже? Вовбро, правильно? Да. Уже? Уже пора. Вовбро, перекинь РЛ на Дон Трандуде. Да, мы все равно же на группу учидим. Нет, там... просто чтоб меточки нет. Точно ставили. А. Вовбро, как тебя Вова зовут, правильно? Вспоминали, Вова-то зовут. Да я не знаю, я же спрашиваю. Да у него написано, наверное, в диске, как его зовут. Да, на туре, подожди. У него не написано в диске, я сейчас зайду, понёшь. Влад, а ты знал, что его зовут Сережа? Да, я знал. Да. М-Фурик. Фурик, я знаю, что... А может... там ауру от огня вычислил. Дайте хотя бы ассиста. На Пирокса, на пул. Ну что это такое? 3, 2, 1. То вы много намажете. Чуть остановитесь, я догнать хочу. Зачем ты трапдентишь? Это разве профитно? Блин, я проебался. К стерии. Кидай, кидай. Да зачем? Оставь на этого уже. На жука. А у меня откатится своя. Надо бить сноубольдов или нет? Я заклеиваю, нормально. А, на неутомимой, ну тут, кстати, да. Это ж ДЦ. Я подержу, не забираю. Давай, Бог. Вот, да, залей мне. Сука, ты кинул. Тебе не рано ли, Инер? Тебя дохуя маны. Там гимн просто. 4, 3, 2, 1. Потом. На перекоп. Сука. Перекс, отведи этого же там. Размораживай. 2 секунды, под... сука. Подбегай, подбегай. Все, пизда. Жди, Дима. О. Че размор? На прошечка. Я скинулся. 3 тела замороженные. Перекс, беги ко мне, родной. Еще Невер. Один. Я вот. Ты близко. Инер сможешь залить? Я бабл всего. Черепочек появился. А черепочек я не умею ставить. Кстати, фреймы поломанные. Отходи. Милип ее. Да, мастер. Забирай лед. Я заберу. Забирай лед сразу. Я забрал. Я же не могу, я же. О. Выводи его из лошади, да. Пирекс. Там.
Только не в центре разлей. Отведи еще, еще, еще. Хуёво в центре разлил. Это нормально, не дорасти. Мы на эту сторону переведем. Я возложение дал от Пирксу. Да не надо было. А я все равно. Отведи еще чуть протяни, там лужа уже выросла, неудобно. Выходит. Рилсон, Войд забери. Бля, хуёво. Повла. Раздота ли Войда? Ой, блять, Войд, это чё, клёво. РД добиваем. Поднимите меня по КП. Дай мне РЛ, пожалуйста. Пожалуйста, блядь, дай мне РЛ. Ну, тяжело. Не могу ничего поставить. Поднимите Донта. Войд. Да, в смысле, я... Донта, да. Куда он? Все вы по разные стороны встаньте, чтобы в один задувку не попасть. Лоу, а что дыхания не было? Было. Было ворот. Да? А, череп, смотрим где. Череп далеко, вот. Хорошо, убегай быстренько оттуда. Потому что череп далеко, это не очень хорошо, вы ДПС теряете. Mm-hmm. Понятно дело. Стоим бьем уже, не важно. Ой, вы, наверное, не надо. Просто играем. У нас просто две смерти, я про это. Комнату поделили, блять. Далеко донт не вижу. Угу. Ух, есть. Тотем убери. Смотрим, Пирекс, возле колонны все отбежали оттуда. Вдоль стены просто. Отлично. Бедный Суза. Не... Там истерия будет готова по выбору? Нет. И вот мимо есть гимномана, от, когда... От Сузы отбежали. Гимноманы, да, если есть? Бьем всем, чем есть, бьем хилы тоже. У нас 6 секунд 5 будет. 10 секунд. Блять. Блин. А, прожми за таунти. Отверни, Суза должен добить. Суза поднять? Глыбу. Кого? Блять. Войд, может добьешь. Тот он в кошке. Попробую. Давай. Да ну, бля. В уброда 120 лет. Надо чуть-чуть. А как сдохли два тела просто Донт с Ливером? Ну потому что, блядь, танки не таунтят мобов, секундочку, как бы, и нету ассиста, ни релла у Донта, метки нету, и люди... Там метки не было, да, я проебался в другую сторону, убежал, там мой косяк. Сахро, дай мне релла. Я просто смотрел по урону, типа, который показывается там. Вов, бро, ты нас слышишь? Это, там когда бой, типа, нельзя передать, вроде как. Да можно. Можно все передавать, да. Не, ну у меня рыбка. Пропадает рейд. Я не могу передавать. Не знаю, может аддон какой-то другой надо. Ладно.
Может, СС на кого-нибудь кинется? Давайте кому дать. А здесь есть еще эльфы бездны? Нет, только я. Ладно, я буду аккуратней с КДшкой. Кому СС? Пирекс, я скажу, что она в серии. Да никому тут СС не должно быть. Да, на ДДшника какого-нибудь. Ну хорошо, давай вот это. Я не знаю, ну кинь кому-нибудь. Хочешь себе кинь? Хочу. Давай. Ну, пока не добили, блядь. А, короче, смотри, Пирекс, как лужа кидается, твоя, на тебя. Он блюет, и после блевоты у тебя есть там секунд 8-9, чтобы походить просто, разморозить людей. 56-700 был тогда сейчас. Понял. Угу. И потом обратно отводишь, опять он блюет, и опять у тебя есть время, он уже там закапывается. Понимаешь. Да нормально, хватит нам время до Геры. Невер ангел какой-то нас на дно тянет. Да, да. 4, 3, 2, 1. Спасибо. Кто-то сорвал или что это? Да. Феликс, ты тут? Да. Да, да. Что у тебя случилось? Да ничего, просто играем. Все нормально. Так, на мне. Иди по тайминг стаки забираешь. Я уже до конца подержу. Давай, Боб. Все хорошо, блоки 16 штук. Боб, Боб. Я тебя так выдержу. 3, 2, 1. Гера есть. Саша, будь уже? Секунду, сейчас буду. Пирекс, ответьте подальше, там лучше. Дай рюнджу. РТТ, в спину бейте, чтобы вы ворота отлетали. Он зачем так босса-то ставит? Стой, после работы. Теперь ага. Мужу, да? Да. Все, еще раз. Смотрим, куда все полетело. Бля, на дрища не успели. Ничего, сейчас очень хорошо прошли. А, звездочку. Все, черепочек добили. Что-то Альянс вырезал. Притворился, Вайт. На пух тебя скинул. Все, я добили. Там он сам добьет уже. Звездочку играем. Я в центр. Пивок. Мили зону. Сакрам. Отлично. Центр. Рейндж держим. Воброкан. Я иду. Пирекса поднимите. Порошочек себя. Извините. Если инер есть, я буду благодарен просто. А в центре. Волк, не вижу. Далеко убегаешь. Лицом к стенке так просто поверни и стой. Не надо отводить, подожди, ужин.
Вот же появился. Короче, отводи. Огненный этот, получается, рейндж поломанный. Ну, хитбокс больше, чем есть, а у кислотный наоборот. Вышел. Стоим. Прожимайся под это все. Вот эти дрейн. Уже. 20% добираем. Стоим ближе между выходом и почти порды. Между дверями и центром. Там нужно. Килы перебегите. Так, блядь, к выходам, воротами. Откуда боссы выходят, все понял. Там добили, да, змею? Нет, да, змею добили, прохиливайте. Все хорошо, спокойно сейчас добиваем. Аспект есть. Смотрим черепочек. Войд от Войда отбежали просто в бок. Сусы опасно пробежал. Да, у него блинк даже есть. Ну, типа того. Так, у меня еще бабу есть, я про бабу прохилю. Все вы смотрите, где вы стоите, чтобы двоих не задуло. Хорошо дует. Хорошо, да. У меня три тика щиточек поглотил. Классный ТСшка. Бля, у меня так охуенно сейчас. Сейчас будет три. Смотрим на черепочек. Ой, давай. Отбежали. Трич влево. На. Ты же, дрыща, ты как оторвался от меня? Я ж тебе в спину дышал. Я не знаю, я просто был заморожен. Поэтому ты меня так дал. Ну ладно. Да как он в меня попал? Он рандом убьет же, да? Да. То есть это от меня не зависит никак, да? На волке. Нет, черепочка, от волка бежали. Все, добивайте шкуру эту. Ура, 50 на 50. Мы просто не разогрелись. Надо бабочку заходить на первого босса, что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какие сапоги вкусные. Тебе нужны дамы, бро? Кого-то ГЦ с поясом. Воет нить, это бис. Тут само собой. Не дать, хорошо, я занидал. Распылить. А пояс вот этот, лучше крафтового даже, да? Да-да-да. Ой, у меня как раз распыление есть. Крафт 26-й. Там, внутри еще правую себе. Ну ладно. Ну, бро, уступишь тапки на танк. А слушай, почему дрищу мне дало? Какие танки ему на мейнспект надо? А почему дрищу дало? Кто-нибудь объяснит? У меня же тоже 96. Потому что первый потом дает. Да, рай стрелил. Ты бы еще дольше на кнопочке тыкал. Понятно. Так, давайте здесь в одного танка. Войд, быстренько спекнешься. Да, рец не даем. Ну, боешки все не даем, просто продаем каждый сам себе. В смысле? Блять. Как же команда? Что же за команда? Не, ну если рецепты есть какие-то, которые не на продажу, а изучить, то просто говорим и отдаем. А все остальное так. Ну, типа сверки имею в виду. Да, крысятничеством побахивает. Ой, а я комара, оказывается, убил. Во время пула. Как? Трапой задел? Да, поджарил. Заклевал. А я чернилки делаю, пока вы здесь стоите. А знаете, что будет после того, как чернилки сделаю? Правильно, третья профа. Дрищ, ГЦ. Тебя с поясом хорошим. Спасибо, спасибо. Дрищ, ГЦ тебя с поясом. Может, сейчас через ролю? Что ты через вообще? Посох 3 дырки есть. Зорки, дядя Игорь. Да я стрим, блядь, не включается ни одного, не знаю, что не прогружается. Колечко, может, какой-нибудь. Так, на пол отдал. 10 секунд. А Геру даем под вулкан. Босса а подводишь под порталы и под вулкан. А, ну хотя да, нам не хватит, там 2 минуты чем-то. Пылающего легиона! Как я не могу прочитать это заклинание?
19-ка. 19-ка. Ворота все свищнули. Подводи. Суза, поближе ко мне. Бабу забери на себя. Одна по одной секунду. А, блядь. Я дерьмово побежал. Не взяли его, выйди. Да, блядь, там что-то... В тетенек сыграем. Что, все обратно уставить? Да, не, да, не, нормально. Не, хорошо, ты там огонь рядышком. Вот так стоит и отлично. Пожалуйста. Стаки нужно. И валк помогаем ему тоже. Тут просто тайминг такой, что он потом в какой-то момент шотнет. Не шотнет. Какие шумные. Значит, много фуда сказать. Вулкан. Все вулкан сыграли. Мас там даю. Сокру. Эмашку тоже дай. Хорошочек. Забирай. А, ну у тебя там было, да? Да ёбаный усрался. Суза, тут главное не умереть. Ворота. Все ворота. Спожу заберешь? Отлично. Чуть-чуть не успели, конечно, до второй. Волк. Да ебано просто этот. В огонь прям кинул. Зачем вы могли... Зачем вы это делаете? Не ферейте больше. В следующих троях. Есть синер. Угу. Ай. Давайте госпожи добьем. Они сейчас сало будут давать во время вулкана. По хилам. Да, нужно лям добить. Да не надо вулкан, наверное. Вулкан надо. Вы умрете. Он сдал моста. Хотя да, было это. Нормально, я под баблом заберу, затаунтился под баблом. Мастаунт даю. Таунч. Нормально. Что без меня делали? Какие ноги? Партняк. Запы. Скорость РПБ. Это вообще что за мусор? За ниточь. О, еще один. Грудь. Ничего себе. А нужна профа, чтобы учить, или его можно передавать? Нет, можно передать. А, не, их продать можно, да, это боешка. Ой, первая сферка моя. Распылить. Ботинки залихоли паладину нормально. У меня лучше. Не может быть. На них написано героически. У меня хаста. На них написано героически. У меня сабочки лучше. Еще раз, на них написано героически. Все, отстанет меня. Ну и вот и все. Не пиши больше. Отошли под ворота. Ой, почти. Смотрите, здесь мальчик. Давай сюда. Нейвер. Ну, слушай, ну, давай тебе ставим. Меньше лишних слов. О, все, не кричи. Рыба будет? Ты можешь успокаивать меня словом? Кстати, а где тут топор падает? С последнего.
Блять, ретрик, да? Три милика. Хороший сетап. Блин. А что там ДКшник делает, чтобы все мобы на нем были? Все, вроде бы всем бронепоты отдал. Сейчас смотрим, кто здесь у нас. Блять, рога. Так, давайте вот так. А, на контроле ждрищ. А, ну, дерево. Всегда оно твое. Ретрик, приз, дерево, хил. Давайте пусть печенька будет он. Потом. А, Пирекс. И что типа брони? Да хуя. А я появился, да? Ты, наверное, повезла. Стоп, стоп, сейчас я это разлагал. 28 тысяч порошочек? 25. С броней как раз 27 500. 28 600 будет. 28 600. А, там 3 тысячи точно. Ну, нормально. А, Пирекс, наверное, что сделать тебе? Если стойку крови включить, то вообще... Пиздец будет, там 18. Там... Это да, конечно, но это не хочется. Можно что-нибудь снять. Ну, я смотрю, что ему снять такое. Кольцо. Чтобы не сильно пострадать. Кольцо без армора у него. Ну, ботинки ПВПшные. Ему буквально как косарь армора скинуть. Да, ботинки ПВПшные поставь. Кстати, да, поставь какую-нибудь ПВПшную шмотку, да, ботиночки, например. Ну, там брони больше, блядь. А, ладно, хорошо, сними просто пояс. Вот сейчас. Там у тебя меньше всего стамина. Кожаного нету, слышишь, у тебя кожаного нету, ДДшного, ничего. Да, сейчас ребафну. Да зачем, зачем, не надо, все хорошо пойдет. А, Пирекс, ты у входа в инст, все отлично. Пирекс, у входа в инст, подходишь с той стороны, мы с противоположной стоим под первым щитом Альянса, вот печенька, за печеньку не заходим. Паладин на макс ренже, естественно, Валк, ты с нами, Дрищ тоже с нами. Идите сюда, ребят. Бафы получим. А, ребафните шамана, каск, кулак есть? Каски нету. Ой, кулака нету. Кого первым бьем? А, мы бьем Лока. Либо Приста. Пристхил. Да, ну понятно, поэтому лучше Лока. Зато нюх пойдет. Ну, черепочек, крестик, квадратик, треугольник, приоритет. Стоим здесь, блядь, не заходите никуда. Войд. Чё, я смотрю на мобов. Ну, блядь, смотри издалека. Чё ж, начинаем? Да, мы начинаем, давай тут. Подожди, вкратце расскажи, как танчить. А, ты, они, таунт не работает на них. Ты к ним сейчас подходишь, ну вот, к ромбику, и начинаешь по вот этому по кругу вдоль к ним подходить. Ну, нажимаешь на кого-нибудь таунт, они на тебя побегут. Как только они на тебя побегут все. Они работают по приоритету по армору и по хпшке, и по рейнджу. То есть они пойдут на тебя, потом увидят, что у паладина больше брони, и на паладина не полезут. Он тебя будет хилить. В это время я буду подходить потихонечку к Локу. Когда он меня заметит, что у меня меньше брони, он начнет идти на меня. И вот так вот я заберу одного из мобов. Mm-hmm. В принципе, mm-hmm. все, там ты просто танчишь, тебе задача удержать самое главное рогу. Если даже вар с паладином от тебя уйдут, то ну хотя бы рогу останется на тебе. Если что, просто оковы, грипп, ну и так далее. Все, фласочки выпили. Это сурф. А, я в сурве. Я давно в сурве очень, да. Что, ну чё? Пять, четыре, три, два, один. Собаку нам привел, красава.
Спасибо, собак. Привел. На паладина все пришли. Давай я. Паладин, нажми бабу. У нас два хила тут. Все. Лок идет к нам, лок идет к нам. Ушел далеко. Все, стой так. И бей. Деру, давайте тут и играем этого. А, законтролишь дерево? Ну. Ты юстан. Куда? Каст. Кто-нибудь сбить ему, волк. Все, в дерево играем. А, ну в пристап. Дерево забанено. А, отходите назад, отходите. Мирик переагрится. Отходите назад. Назад. Просто с РДД стреляем. Там холипал хилит, на него никто не идет. Все, я могу. Вот, если можешь по деревяшке обойти, дать инерф холика. Не надо мне. А, не надо. Окей. Я фуловый. Дал сам. Вот дерево. Изи. Сейчас еще трех милишников осталось убить, и все. Да. Давай я заберу. Я брони поболя. Я под щитком пойду. Зал сам. Пойду приведу вам кого-нибудь. С пацанов. Блять, у меня как-то много брони получается. Да суки! Давай я подойду. Подожди, да я сейчас щит уберу. Сейчас. Ты... Бля, они не идут. Ирикс, а ты в какой стойке? Да пошли их отпиздить. Он во фросте, правильно он стоит. Форме я смогу привести. Как он... Блять, у нас сейчас рога полетит на первого из нас. Сразу же. Бэкстепом на... Все, давайте отходим. Попробуй забрать на себя вару. Взял щит. Мы их разобьем. Нормально. Все, по пороге. Ладно. Контроль приходилось разгадывать. Да, хорошо. Суза есть по треугольнику? Я сейчас дам стан. Сдал стан на деньги. Ретрик не опасный, главное вара сейчас убить. Помойка ебучая. Вообще ретрик говно. Согласен. Нормальные пацаны на поликах играют. Да, Корнес? Ретрики для пидоров, протики для геев, холики для нормальных пацанов. Летал это шлейф. Мирики не бейте. Больно. А пидоры ненормальные пацаны? Пидоры нормальные пацаны, но не в этой ситуации. Гля, как дрищу стан отдал по голове. Смотрите, замедляющая джага, на. Стан дал ему. Еще один стан ему. Все, уже диминишн выходит. Еще один стан. Не прошел. Пустая и горькая победа. Ух ты, говно. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Беру голову, только потому что она не написана героически. Это ж тринька на ретрика, правильно? Походу. Оставляй себе порошечек, так что быть. Тебе она тем более не нужна. На ней героичка написана. Я герой. Вообще никому не нужна. Запустил Void в танка. Я буду ловить беленькие. Еее. Ирекс ловит, танчит черную. Ой, танчит белую с черной. Мы все с черной бьем ее. А я с белой стою, да? Меткой. Нет, ты с черной танчишь белую. А Void с белой танчит черную. А выезжать можно? Белая это звездочка, черная это ромбик.
Кулак киньте. О, сейчас ребафну полностью. Ты где? Я сопротив на всякий случай выпил. Ну и сбоку. Не, ну, Пирекс, вы ставите босса, ну, типа, вот здесь где-то босс стоит, где я сейчас. А вот ты от него стоишь с этой стороны, а вот с вот этой. Ну, чтобы тоже чуть-чуть рейд защищать. Я тоже танчу босса. Да-да-да, ты тоже танчишь босса. Ну, ты Т4 нету. Тут мне-то сложно было в Т4 держать агро. Ты бы один потанчил, он бы половил. Ты агро не выдержишь. Так на пол есть. Ну, а какой на пол? Я бегаю с другой меткой. Он, ну, как бы условный. Ну, вот ромбик и напулишь. У Донта нет лапки. Да, дайте лапку, пожалуйста. Спасибо. Так, ну что, все готовы? Все готовы. О, нет, я дайте мне попить чуть-чуть. Все, давайте ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. Нужно подойти поближе. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Белый от портала чуть подальше, чтобы на него прокликать можно было. Светло взяли? Не, вы возьмите все. Не тут же? Нет. Да, они не, танки не меняются. Переводите. Да, переводите сразу. Просите. Куда вы торопитесь с переводом? Да, так не надо было делать, ребят. Как весь рейд на 20% вы переводите. Хорошо. Наверное, тогда ты говори, потому что я смотрю за сверкой. Да, да, хорошо, никаких проблем. Да, босовой сразу. Давайте, ну, падай. Че, я сразу? Ну, ты сразу повел, типа, че, сразу? Ну, вы позже сказали. Без команды, без ничего, просто да, повелись. Не... Да ладно, все нормально, Войд просто бухал с утра. Нам там каска стоит, что ли? Нет, сойдет. Вы цвет когда поменяли, вы черные, получается, словили. Ну, ну да, ну типа, ну не надо сразу было вести. Так каст закончился всегда, вели. Так там еще, ну, 25 секунд до следующей было, хотя бы секунд 10 я поднял рейд. Там ведут не сразу, а смотрят по шарам, по ситуации, по хп, по шарам. Да, по шарам вот смотрят, если по центру много уже летает, то не водят. Нет. По шарам неверы смотрят. Ладно, потом по видео. Неплохо, да, по трусам. Давайте этот фласки проверьте на себе, по-моему. Кулак, раз давай. Подожди. Ты без кулака много дамажишь, успокойся. Я тебе их донту не буду давать. А то не тягаемся. Блять, я каску дал, пувар. Я меньше танка дамажу здесь. Ты и так и с тремя фласками не сможешь дамажить. Сейчас я на армса зайду, ухуеешь моего ДПС. Да и на армсе ты тоже. Все, там уже. Я просто вчера обнаружил, что он, оказывается, нужно. Стоп, ребят. Что ушло? Ушнило.